Дани Алвес справа подключается. Вири, читаю, действовал правильно. Просто передача в центр штрафной не проходила. Сейду Кита мяч забрал. И дальше Дани Алвес. Хочется опять что-то срифмовать. Ну, да, как подходящие, но Андрес мяч не забил. Впрочем, барселонцы тут же возвращают его себе. Там офсайд, по-моему, был. Кейта на Дани Алвеса. Вбрасывает мяч в центр штрафной. Там Хави аккуратненько играет. Из центра штрафной мяч выйдет. Боролся, как полагается. Тут хвалить Спортинг за это резона нет, потому что Барса не очень спешно пока свои атаки развивает. Считают, возможно, и резонно, что это вопрос времени. Работа с мячом в трибуне ему не сообщает, как играют примерно там Альмерия с Леванте или Сарагоса с Серкулесом. О чем-то другом речь идет. Дори, стало быть, уже к репортажу готов. Налево они мяч не посылают, а? Давненько уже. Дани Алвес. Иньеста. Дани Алвес. Такой статичный посвист. Зачем? Может, и в обводку больше ходить. Уж пока стремление обыграть через... Конечно, Месси это Месси. Таких игроков на белом свете сейчас. Это тоже Барселона. Лес вел себя более агрессивно, нежели сегодня Хихон. Так оно и понятно. Кто была Барса, может быть, действительно слишком уверен. Дани Алвес. Дани Алвес. Дани Алвес. Под левый мяч бить неудобно. Я, честно говоря, не успел узреть, что. Ну, вот из-за фокусов Куэлера, который все время подтягивал время, просто педагогично. Дани Алвес. А, по-моему, нет офсайда. По-моему, сейчас надо забивать просто спокойно. Уже что и происходит. Давид Вилья 1-0. И никакой никто не требовал. Великолепная передача. Тут просто, пожалуйста, по-моему, Ботье, да? Один из защитников центральных. Про офсайд речи нет. Боковой занимал великолепную позицию. Ну и тут он мало того, что вытащил вратаря на себя, еще и дал ему начать садиться. Вот смотрит спокойно Вилли. И паузу потянул. Да, и забил уже с подъема в дальний угол. Дани Алвес, конечно, гениально сделал передачу. 1-0 Барселона. Спорить ни с кем не буду. Наша задача не пытаться предсказать, а наблюдать. И направо. Все правильно. Дани Алвес идет забегание. Передача очень неудобная для вратаря. Но там и своих, как говорится, не было. Ну и Пуёль-то, не последний в мире человек по игре головой, правда? А уж Пикета так и вовсе не виден прекрасно. Хорош пас, а? И хорошо подключение Алвеса. Вчетвером атакуют игроки Барсы. Маленькое недопонимание имело место быть между Педро и Дани Алвесом. Это полотерство. Но длинных передач Барса делает больше вот этих переводов. То есть мяч быстрее ходит. Не от партнера. Ави. Хорош пас. Включается Дани Алвес. И сыграет Куэллер. Дани Алвес. Колоссальный объем. Да, двигательная работа. С
Смотрите, с мячом бежит быстрее соперника без мяча. И передача опять великолепная на Вилью, но там уже флаг бокового поднял. А так, я думаю, все не ведая никаких сомнений. Но в первом тайме, помните, даже разочек ударили по воротам в Барселоны гости. И даже ударили довольно опасно, скажу. Ну а вот сейчас ничего, движется вперед. Вот теперь опять Даниэль Альвес подключением своим разогнал атаку. Может быть, сейчас Вилли что-то придумает. Харвест. Ах, перевод какой. А и по мысли, и по исполнению. Дани Алвес. Тут же Педро рядом с ним. Дани Алвес открывается под ответный. Обыграл, сам освободился. Передачу отдает. Обратный пас на Хави шел. Нет, не проходил. Обратно. Правым флангом атакует Барселона. Илья. Педро. Ох, передача хороша! Но там и защитник великолепно действовал. А? И как же на эту передачу Дани Алвес выскакивал. В всяком случае, до момента. Хави. Мяч ходит замечательно, но это техническое мастерство. Жилы не рвут. Если вы выступление. А между тем еще одну замену делаю. Ну кто? Конечно, Решат, потому что Барса уже давно. Яркие матчи, правда? Взять хоть предыдущий. Да?